Кузьма вернулся, да? Ой, не давися, давится. Давится и кормом, и жидким, и сухим. Да, Ральф? Ну иди, ты заскучал, иди к нему. Иди погладь его. Иди, не. Ай, хороший Кузя. Хороший. Сейчас его покупаем. Кузя, пошли купаться сейчас. Пойдем купаться. Все, покупали нашего Кузю. Весь бедненький дрожит и мурчит. Конечно, грязный он был, голодный. Его, значит, не было, получается, в воскресенье он пропал. Это неделю. Сегодня у нас вторник, неделю и два дня. Позже весь дрожит такой. Заскучали мы за ним. Если честно, я думала уже брать нового котика. И, конечно, надо все-таки ждать своих любимцев, надо ждать до последнего. Ну вот у нас пропадал он, и надолго бывал пропадал, но это было зимой. Летом, как бы, летом он у нас не пропадал так надолго. Так что рады, очень безумно рады, что он вернулся. Наши меньшие такие друзья, знаете, уже привыкаешь к ним, знаешь характер их, не все. Я его только что купала, Ральф так переживал, меня оттягивал, чтобы я его там больно ему не делала, уже камеру не ставила, потому что, ну, надо было это все быстренько сделать. Ранка у него полностью зажила, полностью здоровый. Ну, теперь буду кормить дальше, потому что, наверное, еще будет просить сейчас кушать. Он две пачки корма съел жидкого, и так я ему насыпала корм, тоже поел. Сейчас, может, яичко ему что-то приготовлю такое вкусненькое. Или мяско у меня есть как бы сырое, может, сейчас ему отварю. Так что так, очень рада, что вернулся. У меня очередная посылочка. Новая почта. Сейчас будем открывать. Сейчас открою и покажу, что я купила. Так, тут и вторая коробочка. Сейчас тоже я распакую, чтобы уже вам показать, что я получила. То я, значит, Кузе постелила полотенечко. Он пришел сегодня, я ему постелила. Значит, пойдем к моей посылочке. Заказала я вот такую посылочку. Заказала вот такой штатив. Девочки, качество, конечно, классное. Долго я выбирала, советовалась с одной девочкой. Спасибо ей за помощь. Если она будет смотреть меня, спасибо тебе. Так, он полностью железный, у меня был пластмассовый штатив, а это полностью железный тут штатив, очень хорошо крепится, крепление вообще прекрасно. Он сейчас был по супер-супер акции, поэтому я его взяла. Значит, что случилось с моим штативом? С моим штативом вот эта штучка одевалась, просто одевалась, и она в какой-то момент слетела и разбилась. Это пластмасса. Тут же она одевается и закручивается. То есть она закручивается до полностью, ну вот до упора. И эта штучка, которая держит телефон, скажем, не штучка, а держатель телефона, она не спадет. Качеством ее полностью довольна. Тут все металлическое. Тоже свет еще, правда, не включала. Розеточку предлагали. У меня есть от предыдущего штатива. Он высокий. Ну, вообще, я очень довольна. Упор очень хорошо стоит. И вот то, что железо, и он будет служить мне как бы очень хорошо, я надеюсь. И он стоил намного дешевле, чем мой предыдущий штатив, который из пластика. Забирала сегодня дочка, расплатилась. И я открыла сначала посылку, смотрю, один штатив. А в машине не видела кольцевую эту саму лампу. Пошла, посмотрела, и есть. Сейчас включу свет, покажу, как вот свет работает. И ставлю ссылочку на магазин. Магазин – это розетка, я брала. И ссылку сам ставлю на штатив, кому интересно. И вставлю, может, фото этого штатива в продаже. Это не полностью его рост. Тут еще делается выше. Вот тут. И еще тут делается выше. Но я себе сделала так, как мне будет удобно. У нас похолодало. Как, в каком плане похолодало? Температура стала комфортной. Прошел классный дождь. И сейчас такой запах. Вот после дождя пахнет таким, мне кажется, свежестью. Озон дает о себе знать. Ну, супер-супер. И я пришла. Мы сегодня снова будем спать наверху. Это мой штатив. Надо, ну, коробочки от штатива надо поубирать. Сейчас буду снимать на него. Буду испытать. Надо чуть-чуть убрать с вещами. Гладить сегодня не буду. Что-то, ну, надо сложить что-то, надо погладить. И будем сегодня спать. Надо приготовить как бы кровать. Будем спать наверху, так как... ну, похолодало, не похолодало, температура стала комфортной, спать наверху. Итак, поехали к вечерней мотивации.
Для начала вывешиваю белье. У меня была сегодня белая стирка, поэтому все белое сложила вместе. Обычно я полотенце там кухонное отсоединяю от своих таких каких-то вещей, но сегодня все пошло вместе в стирку. И теперь я уже прихожу в спальню, навожу здесь порядок. Сначала я слаживаю вещи, которые не нужно гладить, которые не требуют глажки, и потом сложу такой как бы стопочку вещей, которые нужно погладить. Глажкой я займусь уже завтра. Температура сейчас у нас спала, еще раз повторюсь, и теперь комфортно делать какие-то по дому дела. Вот вы знаете, вот эта жара, конечно, она выматывает, не хочется вот ничего делать, буквально там и кушать не хочется, готовить, скажем так. А сейчас вот жара спала, и что-то уже хочется вроде бы как поделать. Моя быстрая вечерняя уборочка закончена. Я попылесосила, буквально протерла пыль с подоконника, с полочек, с тумбочек, вернее, с кровати. И, девочки, я могу сказать, у нас, правда, это окно выходит на улицу, тут как бы дорога, но у нас тут как бы улица коротенькая, немного машин ездит, но мы тут не жили. Как, в каком плане? Я только поднималась, тут у меня как бы стоит гладилка, я глажу. Ну, вы на моих роликах, видно, видели, да, где я глажу. И тут столько пыли. У меня полностью вот этот пылесос полностью забился. Вот, столько пыли я собрала. Пыль летит в окно, ну, прилично. Завтра еще поглажу, у меня глажка вот слаживала белье, глажечка осталась. А так все чистенько. Сегодня будем спать, ну, уже тут. И это классно. Знаете, что мне хочется? Так упасть на кровать, как вот в отелях. Падает чистота, порядок за кроватью. Мы за комнатой скучили, как спали нанизу. Нанизу, конечно, диван. И я вам хочу сказать, вот как мы уходим только на низ спать, мне там нравится. Но потом начинает болеть спина, шея. Вообще ужасно, очень болит шея, плечи болят, потому что как бы диван у нас рассчитан, ну как бы не на каждый день спать, а просто как обычный диван-раскладушка. Он у нас хороший диван, никаких претензий я к нему не имею, он антикоготь, очень это здорово, потому что Ральф и Кузя как бы царапают, но вот по плане спать, диван или кровать, только однозначно кровать. На ней очень удобно спать, хоть у нас, в принципе, мы когда вселялись, покупали такой бюджетный матрас, не сильно дорогой, не сильно дешевый, ну вот середину мы брали, и как бы он справляется полностью со своими функциями, и ну, кровать это просто, вот кровать это супер здоровая спина, здоровый сон, а диван, конечно, это, и так как у нас наверху как бы санкомнаты нету, санузла, ну, то есть нету, и я понимаю, что может мы как бы, может и будем наверху спать, а может перейдем когда-то на низ, когда там, скажем, стажем, станем постарше, и надо кровать, однозначно кровать, потому что вот как бы спина полностью отдыхает, так что так. Ну, вот такая вечерняя уборочка была у меня. Мотивируйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите ко мне в гости, подписывайтесь. Всех была рада видеть у себя на канале и всем пока-пока. Say what you wanna say to me now.